Девчонки, я тут случайно поймала солнечный лучик у себя на столе. Вот хочу вам показать украшение, которое я собиралась снимать часа через два. А вот просто в естественном солнечном освещении. Значит, это у нас здесь 12.17. Старая цена $61. И размер, по-моему, 17 с трудом. 17,6 он маломерит. Натуральный розовый кварц. Кому нужно. Это кольцо мы называем, которое видно со спутников Юпитера. То есть это огромнейший камень для мира. По меркам Шаблюля, опять же, да? Девочки, все спрашивают по поводу того, почему я руками сильно вращаю. Смотрите, значит, объясняю. Я вам всегда советую смотреть мои видео на двойной скорости, чтобы как бы быстрее проходил ролик и не так нудно. Но, если кто-то хочет что-то рассмотреть, вы можете либо поставить на паузу, либо смотреть наоборот на замедленной скорости. Там есть возможность даже, по-моему, 0,5 от скорости. То есть и вам будет вот так вот медленно все поворачиваться. Только, правда, и голос у меня будет, соответственно, медленный, но неважно. Так что есть у вас опция рассматривать украшения в разной скорости. Обратите внимание на эту опцию от YouTube, она очень интересная. Я, например, когда изучаю какую-нибудь программу, я ставлю 0,75, для того, чтобы говорил человек медленнее, чтобы мне было как бы понятней. Вот я сейчас изучаю программу Notion, например, и я ставлю вот специально даже на 0,050, для того, чтобы проговаривали информацию для меня медленнее. Так, это у нас $46, гнутый Сатурн, очень любимая всеми модель 1027. И тоже шикарнейший просто розовый кварц. Прозрачный, красивый. Довольно крупный размер. Ребят, цена это старая. Это еще из моих залежей. 19,3. То есть сейчас такое кольцо будет стоить в районе $52. Это еще старая цена, 46. Шикарное кольцо. Всем, кто любит розовый кварц, не пропустите. И камень отличный. Еще раз, это 10.27. Сердолик, $46. Это странный артикул VR00155. Мы уже видели это кольцо с Ларимаром, с ониксом. Вот теперь пришло с сердоликом. Оно не черненое. Для тех, кто не любит черненое серебро, вот, пожалуйста, вам не черненое. Через 3 часа начинается у нас судный день, Йом-Кипур. Обычно раз в год, когда не ездят машины, все люди сидят дома. Ну, как бы те, кто верующие, не едят, не пьют, молятся. Те, кто неверующие, просто валяются на диване. А потом вечером все выходят пешком по дорогам и трассам. Верующие в белых одеждах идут в синагогу, а неверующие просто гуляют по улицам, потому что машины не ездят. Это очень интересный день раз в году, когда, в принципе, нету машин. Ну, конечно, не в арабских районах, там они гоняют принципиально. Но в этом году никто на улицах лазить не будет, потому как у нас локдаун, нас закрыли. Вот, и обычно дети ездят на велосипедах из-за того, что машин нет. Это вот прям раздолье называется, день велосипедиста. Вот, и интересно, как это будет сегодня относительно других дней в году. Так, значит, это у нас 18.2. Ну, в принципе, так и есть. Очень красивое кольцо, $46, отличная цена. Артикул VR00155. Я не знаю, откуда эта серия. Видите, она и не оксидированная. Девчонки, недавно было такое кольцо. Это еще одно. $47. 23,50. Тоже большой размер. Вот такой вот жемчуг. 4 штучки. Для такого объемного кольца отличная цена.
19,6. Мое семейство все дрыхнет где-то, несмотря на то, что уже начало третьего. Все где-то спят, включая котов. Очень красивое, оригинальное кольцо. И хорошо очень на пальце сидит, очень удобно. Так, мое солнышко уходит. Не уходи. Дай нам возможность досмотреть. У нас немного. Не убегай. Ребят, вот такие браслеты, их очень много разных в Шаблюле. Я их обычно не беру, потому что у нас как-то не принято. Это больше восточный стиль. Девчонки восточные очень любят такие браслеты. У нас, может быть, из-за того, что мы носим куртки, пальто очень часто, не очень-то... Но, тем не менее, может быть, кому-то все-таки приглянется такой вариант браслета. $78, $16.83, опал крупный. И вот такой цветочек и листик. Значит, такие браслеты надеваются вот таким образом. И они не теряются. То есть они очень хорошо сидят на руке. Можно подтянуть, можно оставить внизу. Но это, опять же, можно даже поджать чуть-чуть. Если кто-то почувствует, что оно свободно. Я их люблю больше, чем круглые вот такие вот бенглы, которые, как это называется, бенгл. Ну, круглый обруч, которые не очень удобно сидят на руке, эти сидят лучше. Вот такой вот красивый очень браслет. Может быть, кого-то заинтересует. $16.83, $78. Цена старая, потому что это еще до поднятия цен. Так, ребята. Если мы говорим об опалах, есть такое мини-колье очаровательное за $47. Даже на подарок супер. Обязательно вас за это поблагодарят. Вот, смотрите. Такие маленькие элементы, очень оригинальные, очень нежные. 27,52 артикул. Наверняка очень будет мило и красиво смотреться на шее. Попалось с римским стеклом кольцо. Шаблюль тоже делает с римским стеклом, но я как-то редко беру. Не знаю почему. $57, $11.49 артикул, размер, наверное, 18, кстати, тоже, нет, ребята, наверное, все-таки 17,5, сейчас мы его померим, вот смотрите, как красивая, оригинальная модель. Солнце уходит. 18. Неужели я такая толстая? Ну вот, в принципе, влезла. 18. Так. Ребята, глаз мухи. Часто очень меня спрашивают. Вот, оказывается, есть у меня. Это $21.73, $44. Здесь два фианита. Вот сам глаз мухи. И здесь вот сверху тоже маленький фианитик. Я что-то не припомню эту модель. По-моему, обычно другая модель приходит. Без фианита сверху. Очень красивая. Значит, это у нас $21.73. $44. И можно поменять на английскую швензу. Девчонки, не могу не похвастаться. Галя зашла и сделала мне завтрак. Я обязана это показать. Галя, покажи, иди сюда. Смотрите. Она мне сделала тосты жареные и яичницу. Спасибо. Спасибо, котик. Сейчас мы доснимаем, и я это съем. Так, и последнее. Два колечка у меня осталось. $31. Я вам покажу одно, потому что они одинаковые.
Это кольцо вот с таким вращающимся сердечком. Такая молодежная, потрясающе интересная модель. Видите, какая прелесть. $31 артикул, к сожалению. А, нет, не к сожалению, 20-30 артикул. Такое вот очень милое кольцо. Цветочек, сердечко. Мне кажется, очень понравится молодежи. Или тем, кто носит одиночные кольца. Или тем, кто носит, как Пандора, наборные кольца. Сразу несколько штук. 18,2. Сейчас у меня есть еще одно, оно, по-моему, поменьше. Сейчас я его померю. Оно с бирочкой тут рядом. Да, это, конечно, меньше. Это 16,9. 16,8. Это 16,8. Итак, 18,2 и 16,8 спиннер. Все, ребята, солнце совсем уже скрылось. Следующее видео, конечно, уже будет, как всегда, при электрическом освещении. Все, всем пока. Как у нас говорят, гмарха тематова, то есть, чтобы вас записал Господь в книгу жизни и на следующий год. Вот, и встретимся в следующем видео. Всем пока!